участница гранд-финала. Меня зовут Ольга Бенцур. Уже 27 лет я живу в Израиле. Сегодня я хочу представить мою картину. Ее название «Слезы войны». Референс – это мое фото вечернего города из машины с яркими бликами от капель дождя. В процессе работы я думала о двойственной реальности нашего мира. Мир – это созидание, война – разрушение. Агрессивная и жестокая война в Украине разрушила мирную жизнь миллионов граждан. Капли дождя на стекле машины стали слезами людей, потерявших родных и близких. А блики на капоте превратились в разрушенные от бомбежки дома. Дома стоят как призраки на сожженной земле. Мы, граждане Израиля, много лет живем в состоянии военных конфликтов и терактов, когда люди теряют близких и родных. Слезы на картине – это не только боль потерь, но и призыв остановить войны, убийства, насилие. Я желаю Украине полной и скорейшей победы. Всем участникам гранд-финала я желаю творческих успехов.